Снова и снова я снимаю вот про королевскую вешенку, потому что насколько мне нравится, настолько, ну, до чего вот люди умеют простые вещи усложнить до какой-то крайности, придумать какую-то технологию, какие-то сложные, какие-то стерильные, для того, чтобы вырастить элементарно королевскую вешенку, которая вот простейшим образом растет. Вот, из мусорного мешка. Вот таким вот образом. При том, что, несмотря на то, вот я говорю, что вот что-что, а вот паковать грибные блоки я не умею. Потому что не царское это дело. Вот. И вот, вот это, посмотрите. Ну, вот это точно я могу сказать. Это моя работа. Точно моя работа. Потому что блок абсолютно рыхлый. Посмотрите, солома просто насыпана. Насыпана в этот мешок. Никакого здесь не было ни укладки, ни пакования. Просто взял, насыпал, пересыпал мицелием. Если это к тому, кто будет говорить, что не умеет или не знает, как блоки делать, ну так вот учитесь. Вот посмотрите, как надо блоки делать. Вот так они делаются. Так, освобождаем какие-то в основном грибочки, которые, вот видите, это уже не примордия, это уже полноценный грибок. Этот грибок уже, независимо от того, влажности и всего остального, если у него вот такая шапка, он уже пойдет в гриб. Сейчас как раз через недельку я вернусь из отпуска, и вот они меня здесь приду, и они меня порадуют. При том, что любят они расти при любых условиях, особенно если им грибовод не мешает жить, там не бегает, не суетится, не поливает их, где надо и где не надо. Они себе тихонечко, тихонечко себе будут расти, несмотря на отсутствие вентиляции и всего остального. Но вентиляция будет, потому что она на автоматике, то будет все равно включаться. И здесь, видите, вот немножко надо повыпускать. То, что сейчас уже пошло в грибочки, надо это выпустить. Здесь что-то большое такое образовалось. Все, посмотрим. Ну, вон ту, в ту сторону пошел грибок. Вон там шляпка у него с другой стороны. И ничего, нормально, он вырастет. Здесь немножко пропустили, не собрали. Ну, и здесь уже собранные, собранные уже волны. Ну, смотрите, здесь очень мне нравится вот этот вариант. Это уже третья волна будет. Видите, примордии снова и снова аккуратнее не образуются под пленкой, а четко они почему-то идут именно в те старые дырки. С чем это связано, я даже сам не знаю. Сам даже не знаю, почему так. Раньше они что-то пнулись, там приходилось разрывать вот эти пакеты во все стороны. И в результате потери влаги, потом, ну, потом терялась влажность, и уже результаты следующих там волн были очень слабенькие. Здесь же получается, если пакет целый, то влага теряется только в результате выгонки грибов. Значит, она сохраняется в самой упаковке, и мы снова и снова будем получать полноценные волны. Очень хорошая, вот оправданная вот это, настолько мне нравится. Это кто имеет, например, помещение, в котором есть готовые стеллажи. Ну, вот стеллажи, например, там какое-то хранилище или что. И там есть готовые стеллажи. Не нужно ничего переделывать, не нужно ничего, значит, ковырять, там перестраивать. Нужно использовать вот то, что есть. Вот посмотрите. Можно делать вот такие маленькие блоки и прекрасно получать из них результат, просто расставляя их на стеллажах. Здесь же у меня заточено было под 40 на 80 рукав, который сейчас дорогущий, это полиэтилен, и от него пока на данное время отказался. То есть абсолютно нет в этой никакой необходимости вкладывать этот полиэтилен в себестоимость грибов. Грибам там по барабану, чем расти. Там в пакете или вот. А здесь можно так вот увидеть. Фактически вот эту вешенку можно было обнаружить только по вот этому шлейфу. Видите, как она выделение спор. Споры как дала. Что мы там посмотрим. О! Видите, что там так спороносило? Вот это королевская вешенка вот такая. Красотища. Если вы впервые
вырастите королевскую вешенку, то я вам рекомендую для начала взять ее, сначала припустить немного лук с маслом, и потом обжарить вот саму королевскую вешенку где-то минут 10-15 просто, без ничего, не добавляйте ни сметану, ни картошку, ничего, просто поджарьте вот эту вешенку и просто попробуйте, какой это гриб. Это гриб, не зря он белый степной, потому что он, это второй гриб после белых. После белых грибов королевская вешенка, это второй гриб по вкусу и ничто не сравнимо. Что с белым, что с королевской вешенкой. Вот такой вам будет хороший совет.